Ну что ж, всем здорово, я продолжаю прохождение игры Invisible Сопротивление для консоли PlayStation Vita. В прошлой части мы победили темных Invisible, победили лже-предка и поймали Invisible Макада. Я забыл, как ее зовут. Ладно, пофиг, сейчас у нас наконец-то у тебя есть карта острова Предтечи. Но сначала нужно ее собрать. Эх, сейчас мы ее и будем собирать. Так, ищи цветной пол. Вот он. Так, куда тут что? Вот это более-менее подходит вот сюда. Вот это вот всегда вот тут. Далее, вот это. Это вообще что? Это вот сюда должно подойти. Агась. Вот это в самом верху. Это у нас такой малюсенький треугольничек. И вот сюда. Вот это у нас получается сюда. Ой, не так. И последнее. Готово. Отлично. Мы собрали карту. И две медальки. Покровитель. Раз, два. Отлично. И что дальше? Снова новости. Инвизималами героическая компания Экстрактор Индастрис поймала еще одно опасное существо. Небокрыл, как его называют, по слухам является одним из самых неприятных и подлых инвизималов. Официальные лица предупреждают, всех, кто связан с инвизималами, ждет суровое наказание. На связи Майк Остин. Спасибо, Боб. Монстра по имени Небокрыл держат здесь, в этом комплексе строгого режима Экстрактор Индастрис. Насколько нам известно, это опаснейшее существо поймал голыми руками сам мистер Блэк в то время, когда выносил детей из горящей школы. Мистер Блэк завершил спасательную операцию и угостил всех ванильным мороженым. Какой молодец. Вам слово, Боб. Блестяще. Храбрость, гуманность и мороженое. К другим новостям. Сегодня МВД сообщило... Эй, ничего себе! Я добыл координаты тюрьмы, но пробраться в нее нужно тебе. Высылаю информацию. Все готово? Отлично. Поехали. Ну так всегда. Находит кто-то другое, а мне все разгребать. Помоги Сэму взломать систему экстрактора, бла-бла-бла. В общем, погнали. Добро пожаловать в экстрактор Индастрис. Блин, неудобно слегка. Еще одну. Давай еще одну. Так, две. Ну круто. Давай, я прошел. Ну же. Тусай. Все, отлично. Блин. Свет сбивается. Неудобно. Покровитель. Раз, два. Все. Что дальше? А дальше можешь освободить оставшуюся... Да, это последняя часть загадки предка. Окей. Ну, погнали. Нужно спасти Небокрыла. Высылаю координаты. Чтобы активировать точку, проведи пальцем по карте. Блин, неудобно что-то. Как-то стало это делать, серьезно. Видишь ключ? Агась. Блин. Осторожно. Тебе нужна вот та дверь.
Попал. Теперь идет вторая фаза. Блин, у меня что-то сенсор тупит. Неудобно. Так, и все. Блин. Все, существо поймано. Отлично. Так, 210. Ну, бонуса никакого. Ну и пофиг. Небокрыл. Тут такой маленький. 16 уровень, его можно полностью улучшить до максимума. И финальчик. 17 уровень. Доступен новый ранг. Круто. Устойчивость льда. Ледяные инвизиблы получают меньше урона от рубящих ударов. Это я давно знаю. Хотя, если вспомнить первую трилогию на PSP, они вообще урона от льда не получали. Вот ведь обидно было. Наконец-то отправляемся на остров Предтечи искать предка. Ура! Так. Так. Ищи цветной пол. И чё? А, мне ж придется идти еще на этот остров. Так, играю я за кого? Играю я за Хиру. Давайте-ка я это уменьшу, а то неудобно как-то. Так, каменный кристалл. Сундук, все, идем к сундуку. Тут у нас что? Тут у нас снова каменный кристалл. Далее, тут у нас выход. Но я сейчас к нему не пойду. И вот сундук. Так, у нас тут миксер, порошок выпаривания, ингредиент каменный кристалл. Круто? Наверное. Возможно. Пофиг. Так, тут ничего нету. Или же все-таки есть? Нет, тут ничего нет. Окей. Так. О, Вектор. Так, он... А, это же у нас предметами обозначается. Блин. Просто мы видим, Альянс, это Векторы были. Неудобно. Так, стоять. А тут что, вообще нету сундука? А нет, смотрите-ка. А тут что-то... Тут что-то... Нет, тут ничего нету. Печалька, тут сундука нету. Блин. Аж как неудобно. Сундук. В сундуке у нас темное семя. Оба-на. Это мне сейчас пригодится. Даже очень. Опять темное семя. Прикольно. Так, стоять. Так, антарктический лед. И все. Отлично. Вот так вот. Хиро. Круто. Давай. Фух. Так. Что у нас идет дальше? Наконец-то все чемпионы собрались. Устроим турнир в честь этого события. Окей. Приз. Оу. Блин, а. Вы серьезно? Я сейчас всю серию улучшать буду только. Стоп, сколько там? Один или двое надо? Я так и не увидел. Не менее одного инвизимала. Угу. Окей. Знаете что? Да-да-да, темное семя, знаю. Я хочу... У меня их два. Так вот, я хочу сделать темным ее. У меня их целых три. Вообще круто. Так вот, давай тебя делаем темной. Ура. Темная рысь получена. Но мне её крылышки не нравятся, они розовые. Какого чёрта? Как так? И... Прикольно. На, её крылышки не меняются. Блин, отмена. Так, и, наверное, мы еще сделаем темным Айслайна. Вот он. Давай, мутируй. Вау. Круто. Вот это перекрас. Мне нравится. Шаман. Вау.
Вот это монстрик. Вау. Глаза прикольные. Ну-ка, как ему цвет сменить? Оу, круто. Слушайте, мне тут менять цвета куда больше нравится, чем в предыдущих частях. Ладно, отмена. Пусть такими остается. Переходим. Эх. А, нет, стоять, еще кое-что забыл. Небокрыло. Небокрыло, давайте-ка разовьем уже на максимум. Готов. Но это у нас пока что только кольт. Давай, давай. Ой, блин, ладно. Так, шаман, да-да-да, плюс одна звезда, давай, скорее. Теперь развиваем его на максимум. Твой анизмал эволюционирован. Отлично. Давай, скорее грузись. Все. Шикарно. И все. Прокачали. Небо крыл. Так, теперь у меня вопрос для себя. Так, давайте-ка смотрим. Атака 440. Тут у нас атака 380. Даже не знаю, кого качать. 140. Ладно, давайте-ка покачаем темного айслайна, что ли. Так и быть. Идем на арену. Бои. И тестируем нашего нового темного. Тут у меня, кстати, дофига надо пройти. Это я сделаю потом. Я сейчас ищу противников так посильнее. Так, вот тут еще нормально. Вот, давайте-ка вот этих двоих. Они вроде нашего уровня должны быть. А, стоп, там же 2 на 2. Как раз. Сейчас мы и протестируем темного айслайна. Или же я все-таки в этой части прокачаю их чутка. Готов. А потом уже в следующей части продолжу. Сражайся. Обе команды готовы начать. Больно, наверное. Еще бы. Металлический робот повержен. Вот это резкий удар. Вражеский металлолом. Победа. А круто, знаете ли. Вот так вот. Юху. Так, мы хоть чутка прокачались. А то качаться до 23 уровня меня убьет. Блин, а. Ладно, бои. Так. Вот тут нехило. Ну, а давайте-ка вот с этим. Хоть бы у меня темный айслайн не устал, пожалуйста. Есть. И есть. Круто. Оу, надеюсь, мы выиграем. Готов? Да. Сражайся. Ясно, такие инвизимолов приходится признать. У синей команды нет шансов. Я все слышу. Так. Тихо. Да блин. А хотя, знаете, они проигрывают. Давай. Ну еще чуть-чуть, блин. Вы издеваетесь. Вся. Победа. Да, круто. Победа. И 17 уровень. Осталось еще всего лишь 6 уровней. Блин. Ладно, улучшаем защиту. Тебе тоже улучшаем защиту. Снова зайдем в бои. А нет, давайте-ка... Сейчас по-быстрому, да. Кого-нибудь победим. Вот тут, к примеру. Так, тут выбираем вот его и его. Такой запас, знаете. Готов? Да. Сражайся, обе команды готовы начать. Ой. Ух ты.
Ну как так? Вы издеваетесь. Так. Ты это видел? Типа. Первый сдулся. По плану идет второй. Готов. Победа! Круто! Еще одна победа. Давай. Ну же. Грузись. И мы улучшили Балатамандру до 9 уровня. Качаем это. И Раптор захвачен. Вроде его так называют. Да, Раптор. Круто. Ладно, зайдем на турниры. Здесь есть 100% турниры, которые я еще не проходил. Да, так и есть. Вот, 16 уровень. Парис у нас. И я забыл, как его там называют. Так что так. Быстрее. Да, вот сейчас мы сражаемся против, как его там, Гриффонатора и Сюнмао. Но тут он посланник, по-моему. А нет, Пандорум, точно. А тут он так и остался Гриффонатором. Окей. У меня нету векторов. Окей, как скажете. Готов? Да. Сражайся. Это будет интересное сражение. Да мы выигрываем. Отлично. Победа! Еще одна победа. Ой, что-то как-то близко. Ай, как это долго. Блин, серьезно, вы издеваетесь надо мной. Почему так долго? Тут победил Нолан. Мы сейчас деремся против Нолана. А, кстати, а где тут Фаламас? Фаламас. Так. Погнали. Готов? Да. Сражайся. Обе команды готовы начать. Ты серьезно? Ты такой слабенький. Вы издеваетесь надо мной. Это видел? Победу одержат синие. Я уверен. Но если уверен, то зачем хоть что-то комментируешь тут? Победа! Вот так. Давай. Так, блин, это так долго и нудно. Давай, ну же. Рандомно. Ой, не-не-не-не-не-не, ставь стоп. Вот задница, вы издеваетесь. Вот, все. А то я что-то накосячил, знаете ли. У темного Айслайна, кстати, такие глазки прикольные. Готов? Да. Раунд один. Сражайся. Это будет интересное сражение. Получайте. Нет, это серьезно весело? Вот тебе. Да мы выиграем 100%. Победу одержит синий. Я уверен, это... Победа. Раунд первый. Эх, окей. Да. Сражайся. Обе команды готовы начать. Круто. Начинаем. Мощно. Большая ошибка. Почему это? Он нас вообще мало бьет. Просто никаким. Смотрите, сколько у них жизни, сколько у меня. Это жесть. Вот это я прокачался. Вот это резкий удар. Победа! Ура! Вот это, кстати, прикольная команда. И 18 уровень. Подземный удар. Так, улучшаем. Улучшаем силу. Давай, силушку бока. Да. Так. Да здравствуют глюки. Ну-ка, обновление вышло.
Ждем, 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 ждем. Это нудно. Чего у меня тут? Что? А, это ладно. Да. Окей, ну что за фигня? Есть, поставил. Круто. Рестожу под. Так, ей качаем уже. Ей тоже силу прокачаем. Все. Отлично. Победитель игрок. Победитель турнира игрок. Не, знаете, эта серия, скорее всего, получится короткой. Но я лучше сделаю так. Я вне записи. Короче говоря, сейчас. Блин. Я, короче говоря. Так, нет. А, Кракен его зовут. Я вот сейчас вне записи, скорее всего. Докачаю как раз с третьего уровня и начну новую серию. Или же все-таки просто остановить запись сейчас. Блин, как-то неудобно уходит. Ладно, я, скорее всего, остановлю запись. Нет. О, знаете, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока и удачи.